Вейпинг – модное английское слово, хорошо прижилось в России, образовав новое течение. Подростки все чаще используют электронные сигареты и другие персональные испарители. Нижегородская область – не исключение. Да, это течение, и, к сожалению, многие воспринимают его как альтернативу курению. Но хотелось бы предостеречь и родителей, и самих ребят в том, что это просто кот в мешке. Потому что количество канцерогенов, вдыхаемых парах, которые идут через электронные вот эти системы, оно гораздо больше. И можно, например, сравнить с вдыханием выхлопных газов от автомобиля. Электронную сигарету сейчас может купить любой, даже маленький ребенок. Ведь этот товар не попадает под понятие табачных изделий. Чем и пользуются школьники, приобретая такой безобидный с виду продукт. Если электронная сигарета не содержит в своем составе никотина, то ее отнести к табачным изделиям нельзя. И поэтому она продается и реализуется так же, как любые обычные потребительские товары. Никотина в таком устройстве может и не быть, но в нем обязательно содержатся другие не менее вредные вещества, которые дают при своем распаде различные формы альдегидов. А это и есть канцерогены, вызывающие рак. Все это не может не влиять на растущий организм. Именно поэтому в Министерстве образования Нижегородской области обеспокоились ростом популярности электронных сигарет среди молодежи. На антинаркотической комиссии было предложено выйти с инициативой законодательной о том, чтобы вот эти электронные сигареты, может быть, приравняли к сигаретам обычным, что позволит уже урегулировать продажу данного типа электронных вот гаджетов и ребятам несовершеннолетним. На федеральном уровне власти также работают над тем, чтобы ограничить правила продажи и использования электронных сигарет. Еще весной этого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, в котором электронные системы доставки никотина рассматриваются с двух сторон. Первое – это понятийный аппарат, что мы называем и что мы подразумеваем под электронными сигаретами. У нас сегодня законодательства этого нету. И второе – это ограничение продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Помимо этого, Верхняя палата планирует провести исследование о вреде электронных сигарет. Еще в 2014 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором призвала к ужесточению правил, регулирующих продажу и использование электронных систем доставки никотина. Эксперты отметили, что такие сигареты особенно вредны для молодежи и беременных женщин. И тем не менее, до сих пор паровые устройства может запросто приобрести любой желающий, независимо от возраста, и использовать такой продукт везде. Что и делают подростки, покупая сигареты нового формата и отравляя себя страшными веществами. Модное течение под чужим иностранным названием все больше губит нижегородскую молодежь.